Иван! Здорово. У тебя какие планы? Домой иду, мне звонить должны. Слушай, у меня тут две девочки. Может, сходим куда-нибудь? Твоя левая, моя правая. Куда сходим? Ну, в кино или в кафе мороженое. Вазин, ты скоро? Ты сейчас, сейчас. Слушай, Базин, ты по каким принципам существуешь в обществе? То есть? Мы, наше поколение, хотим знать, в чьи руки перейдет возведенное нами здание. Ты что, в философском смысле интересуешься? Ты хвостом не верти, отвечай, по каким принципам существуешь? Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества. Молодец. Горжусь тобой. Бери девочек, дуй в кино. Давай.